Итак, всем привет. Меня зовут Денис. Вы на канале Free Davis Play. Это будет мое первое видео, точнее, вернее, прохождение на украинской мове. Буду дуже стараться разговаривать украинскую мову. Так что начинаем. Ця гра The Dark Pictures. Це вже третя гра. Усього їх поки що 4. Назва цієї гри House of Ashes. Ashes. Якось так. Так, усі налаштування я вже зробив. Тому розпочинаємо. Я трохи пограв. Трохи-трохи. Щоб розуміти, що воно взагалі тут відбувається. Так. Що брати? Мабуть, середні. Ну. Це буде саме-саме. Так, ну я чекаю. А це управління. Як видалити? Ніяк, да? Ну ладно. Спочатку так спочатку. Це, я так розумію, або Єгипет, або щось таке. Добре, виберемо. Ну, Єгипет, я так думаю. Або Індія. Здрасте. Акад. О как. Так темно. Ужас. Нет! Не убивайте! Молчи! Мольбы не помогут. Твоя кровь — дань для нашего царя. Твоя жертва избавит нас от проклятия. Генерал, прости меня. Царь требует, чтобы ты явился. Боги с тобой. Пока. В темницу его. Закончу позже. Везет тебе, Гути. Что? Не. Гути? Удача не для псов. Кто такой Гутий? Генерал, нельзя здесь оставаться. Царь, Гутип, его безумие может погубить нас всех. Опа. Этот храм проклят. Что знаешь? Уж лучше сдохнуть тут, чем снаружи от чумы и голода. Выполняй приказ. Вот так завжди. Прислал тебя погубить мое царство. О, починаете. Мне это ведомо. Я вижу все. Ну, оглядись. Этот зал — недостойная плата за мои проступки. Богов что, не радует его великолепие? Гути близко, генерал. Бог Луны Гути направил против нас свое войско. Я немедля соберу воинов. Так. А что там внизу? Внизу сотни пленников, мой царь. Чтобы убить их, нужно время. Но у нас не осталось времени. Да, неважно. Так. Кровь этого будет войска трындеть. Насытит пески. Мы завершим жертвоприношение. Здрасте. А начнем с нее. Скажи, генерал,
Кого ты видишь, глядя на нее? Девчонку. Я не... Разве не напоминает она о твоей дочери? Сколько ей было бы лет? 18. Так мало. Совершеннолетняя. Эта чума принесла столько горя. Убей ее. Ну, мне всегда будет жопа, правильно? Слушаюсь. О, как. Здрасте. Ты чего? Спись. Ты там. Пью. Я целился в бошку. Ох и генерал. Фу. Як так можно? Что за люди? Акаи, да? Акаи. Зараз глянем, что это такое. Мне просто дуже-дуже цікаво. Акаи, это телевизор, ёпты. Як там в начале? Пока я выбиваю телевизор. Киллер. Вот за хлопать, епт. Тривай, то в нього черепи? Черепи на связці. На шиї. Я в шоці. Що там, сонечко, все? Тю-тю? Йолки-маталки. Так ти ще пащу відкрив. Це ж знак того, що він хоче жерти богів. Я так розумію. Охепил. Затемнення. Орда на орду. А десь, як завжди, прокидаєте. Що? Правильно. Якась темна сила. У перших двох частях це було... А що це було вперше? Боги, дайте мені сил. Вперше було корабель, так? Та там були якісь... Як примари. Щось таке. А в другій...
почали з другої пору. Також примари. Що буде тут? Тоже примари? А ні, тут щось фізичне. Да, твій спис затримає їх. Какие стрендеть? Что это там? Что сделали акации, чтобы навлечь такой гнев? Мы прокляты. Наш царь проклял нас. Мы думали, демоны вы. Напрасно. Царь разграбил храм в Непуре и строит этот в надежде на прощение. Но боги не слышат. А теперь и он безмолвен. Мой царь, ты свободен от его безумия, как и все мы. Я обречен. Это ваш храм. Думай же. Можно пройти через катакомбы. Что, довериться тебе? Ну, хочешь, можешь тут залишитись. Акадец, стой! О, давай, ходку, ходку. Та швидше, що ви? Як діти малі. А двері? Хоча б зачинили. Помоги мені. О, давай, 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 давай. Жмякай, жмякай. Хучиш. Вам це ніяк не допоможе. За цією гробницею є вихід. Що? Да. Гробниця для строїтелів. Ідем. Гробниця для строїтелів. Шикарно. Це їх що? Туди збрасували вниз? Не поняв. А чого права? Кнопка миші, а не ліва. Їх замінили? Чи замінили? Змінили. Якось так. Що? Ще? Да скільки можна? Гризуна? Злякались чи що? Пацючий, йопте. Це ж пацюк. Не з цей. Пацюк. Я ж казав. Просто криса. Так, пацюк. Скільки їх погубив наш цар? Доху. Эти жертвы ему не помогли. Багато. Давай візьмем. Вот. Вот ты, ёлки. А чего цікаво мышка появляется, а? О, дали пограти. Декілька хвилин. О, розмиття. Як я ненавиджу. Що тут? Цього я не бачив. А чого цього я не бачив? Це звідтіля, так? Я так зрозумів.
Ого. Ого. Це вже цікаво. Іди. Просто тут буде Помоги момент мені. Допомогти або лишити. Перший раз я допоміг. І ми просто вдвох загинули. Зараз спробую лишити. Ти перший. Бояться нечого. Ти перший. Геть, лякатись нічого. Ну-ну. Что у тебя за украшение? Оно не для акадских глаз. А, о, акад. Как выбраться отсюда живьем? Заносчивость. Давай. Враг моего врага. Мой друг. Так, так, так. Соратники. Надежда есть всегда. Что это было? Акацуки. Акацуки это... Наруто и дитё. Я в шоке. Что это было? Ничего. Сколько Мабуть, НЛО. Дофига. Давай, відчиняй. Вийди. Сюда. Та хер та вогадав. Мишка. Ще пацюк. А ні. Не пацюк. Якщо тільки він відростив собі. Кінцівки. Побільше. Кожен інша кнопка. Кожного разу все. Інше та інше. Ой, йоки. Що робити? Утікати або. Знай. Акадець! Акадець. Виходу нет. Нам надо биться вместе. Нет! Если побежать. Умрем оба. Готов меч. Може придати, сражатись. Давай придадим. Першого разу я сражався. Умри з честю. І зараз тут його з'їдять. Мені просто цікаво, що буде воно. Першого разу я змагався з ними. І було все одно трендець. Схоже, цього разу то ж саме буде. Ну, так, ясно. Я поняв.
самом краю пропасти. Ну, витаю. Ваше благополучие зависит от ваших решений. Они станут компасом на пути в неизвестность. Як ты себе рукав не підпилив, а? Найдете ли вы путь к спасению? Или же сгинете во тьме навсегда? Буду откровенен. Вам предстоит принять непростые решения. Решения, которые повлияют на чужие жизни. И последствия этих решений очевидны не сразу. Ты какой-то жахаешь. Рад снова видеть вас. Вам, наверное, не терпится начать. Тогда не будем медлить. Как вам известно, я хранитель, коллекционер историй. Я слежу за всем, что вы делаете, записываю каждое решение и каждую ошибку. Это мое хранилище. Ничего, у меня больше двух. Там столько нерассказанных историй. Не выживают. История о друзьях и врагах, верности и предательстве, жизни и смерти. Я здесь не за тем, чтобы помогать вам. Впрочем, мне случалось нарушать правила время от времени. А чего так тихо начал говорить? Казати. Погрузиться в неизвестность в одиночку необычайно смело. Или необычайно глупо. Но, возможно, в вас есть потенциал. Нема. Позвольте дать вам небольшой совет. Время от времени вам будут встречаться изображения, указывающие на возможный исход событий. Присмотритесь, они могут предсказать будущее, которого вам лучше избегать. Но, увы, наше время на исходе. Скоро мы встретимся и оценим ваши успехи. Или неудачи. Так я вже першу бачив. Там якийсь чувак вилазить з цього якого колодця. О, Ірак, точно. Акац, це був у свої часи самою великою імперією того світу. І зараз це Ірак. Так, чувак. Джейсон Кончик. Колк. Кончик. Колчик. Ерік Кінг. Да так себе. Добро пожаловать. Ви рано? Извинения, простите за... Давай так. Простите за ранний приезд. Время не ждет. Понял вас. С прибытием на базу. Можно начинать презентацию. Как только командир даст отмашку, приступим. Вот, прочтите. Я десь ее бачу уже. Вот эту жувалку. Во дворце новый царь. Похоже на то. Слышь ты, жувалка. А ты? А где я тебя бачил? Так, это мой ассистент. Смотри, давай так. Мой ассистент Клариса Стоукс. Доктор Клариса Стоукс. Да сей. Колчик. Да. Лейтенант Колчик. А вона... Ну? У другой частини... У другой частини была рыженькая, не? Здається, так. О, до цього я не доходу. Вот так вот. В чем дело? Яка ты страшна. Что-то не так? Рэйчел Кинг. Старший офицер ЦРУ. Ник Кейк. Сержант. Может, это наш последний раз. Угу. После случая на командном пункте я был на краю. Но за эти недели ты так помогла мне. Я бы не выжил без тебя. Да что ты его?
Едальщик. Рэйчел Кинг. Полковник Кинг прибыл на базу. Опа-на. Рэйчел Кинг, полковник Кинг. Дайте 5 минут. Черт, это он. Рано. Кто, твой муж? Прикольно. Может, пора ему во всем признаться? И він тебе застрелить. Приведи себя. Одразу. Так пуф. У нос. Рэйчел. Так ты ему расскажешь про нас? Або ту штуку, яку ви з Еріком уже Шури-мури робили. Между вами все давно закончилось, так? Це ти так думаєш. Я подумаю. Вот так. Мила, сейчас неподходящее время. О. Херня, но всегда одинаково. Та елки-моталки. Скоро. Обещаю. Скоро. Шуруй звідсиля. Скоро увидимся. Казанова. Чёрт. Не кажи. Що це було? Що за загрузка, не понял. Що там? Ну попільничка чи що? А, це його. Розумів. Извиняюсь за шум и беспорядок. Мы сюда недавно прибыли. Охренеть. Всего пару недель назад здесь зависал Садат. Такий... Пахлаву жевал, взгляд... а какой-то бедолага ему ногти стриг. О, как мило. Видел бы он, что стало с этим местом. Красота. Хо-хо. У нас тут ЦРУ, у нас тут армия, морпехи, разведка, ВВС. Приглашены все. Все хотят войти в историю. Боже, храни Америку. Який качок. Я слежу, старик. Давай не сочковать. Присоединяйся. О, а це ж з другої частини, як його? Суддя, суддя. Може, дамочка хоче посмотреть, як я потею. Подстрахуєш, дівчина? Так, так, суддя. Мені і отсюда видно достатньо. Не обращайте внимания на Мёрвина. Він завжди такий. Ясно. Там його як звались? Пітер, Паттер. Сержант Кей? Короче, на П. Это полковник Кинг. Я веду его в конференц-зал. Окей, сейчас подойду. Да, встретимся там. Угу. А с ним что не так? Посрать пишу. Ник сейчас сам не свой. Пару недель назад мы попали в перестрелку. Погиб гражданский. Ник был в шоке. К бою готов? Он морпех, сэр. Готов. Давай уже рухайся. А що, дайте пограти. Тебя за бумажки усадили. Сделать звонок? Не, не надо. Чем больше бумажек, тем меньше шансов словить пулю. А это этот, якого? А это выходит тот самый спец по спутникам? Дэниелс, короче, щось таке. Я Эрик Кинг, я ваш командир. Я ваш командир, я дитя Ганаля. Полковник Эрик Кинг. И если не ошибаюсь, младший капрал, это означает, что я ваш командир. Он что, гонит? О, черт, он не гонит. Встань хоть. Дай полковнику полный доступ. Сэр? Угу. Вы бы... не слишком привыкали к этому креслу. Но попав ты, чувак. Говорю вам, когда Альфа сука об этом узнает, лопнет от злости. О, это моя жена. Вы говорите о моей жене? А, простите, я не знал. Отлично, умник. Сэр, мне очень жаль. Рэйчел не сказала, что замужем.
Мы не виделись почти год. Значит, она теперь альфа-сука? Считаешь, разылась. Громкий титул. Если что, это мы так выражаем симпатию. Угу. Давай, вичиняй, что там? А вот якийсь ядерный чемоданчик. И? Шмин рука пече. Так, сейчас все. Надеюсь, вы справитесь с объемом. А что? В этом я не секу. Так там ничего нема, ну, пустый. Договорились. О, что тут у нас? Кстати, что это за место? О, похоже, смотрите, на бальный зал. Попало в самую точку. Видно, Саддам любил отжигать на танцполе. А если партнерша ему на ногу наступала, ей сразу голова с плеч? Я бы не удивился. Может, ты потом пригласишь меня? Иранская разведка, ту-ту-ту, сообщает, ту-ту-ту, двухструй. Гуманитарной миссии в районе Сарон. Эй, я считал. Я ж не встиг ничего. Альфа-сука. Полковник. Миссис Кинг. Это моя команда. Хочешь инструктаж? Сначала скажи мне. Это мне. Мне стоит. Давай, наверное. Я навеки не знаю. Ну давай, он как бы полковник, он же. Ух! Теперь это моя команда. Вот так вот. Эрик, о чем это ты? ЦКВС передала мне командование твоей целевой группой. Ты Опа, серьезно? Так. Ты знаешь, я не шучу. Лейтенант Колчик, будьте любезны. Это из ЦБ. Подтверждает, что полковник Кинг принял командование операцией. О как. Вот это я разумею. Мне нужен доступ к сети. Картон. А ты еще кто? Анелист. Это доктор Стоукс. Я дал ей полный доступ. Ну, конечно. Чпунь. Ладно. Что ж, видимо, сама разберусь. Чё там? Чпока я ей чешу. Доктор Стоукс, подготовьте презентацию. Ты что-то нашел? Ой. Сделайте. Я ще навіть не ти не ходив. Дайте мені походить. Хоть трохи. Що за хрень? Современное искусство? Это кадры, сделанные сверхсекретной программой Целус. Я должен впечатлиться? Система инфракрасных спутников. Моя разработка. О, звучит солидно. Прошу, продолжайте. Вы на всех инструктажах так себя ведете? Парням просто нужно расслабиться, сэр. Он не со зла. Ладно. Спутниковые снимки зоны боевых действий выявили возможное подземное хранилище. Разумеется, эти данные нужно проверить, но я почти уверен, что химоружие Саддама именно там. Попался, сукин ты сын. ЦКВС дало добро на захват объекта и конфискацию обнаруженного оружия. Бои прекратились, но по всей стране действуют группы сопротивления. Мы не можем сидеть и ждать, пока они применят это оружие. Армия забросит нас туда на вертушках. По прибытии лейтенант Колчик возглавит захват объекта. Затем мы проведем полную ревизию оружия. И еще. Руководство сменилось, но Рэйчел — оперативник с большим опытом и много знает об этой местности. Она летит с нами. И под я Лиза. Требую к ней прежнего уважения. Вопросы есть? Какого хера Питальным? Мы ждем? Вперед! Это территория племен, полковник. Этот народ просто звери. Запросим поддержку с воздуха? Нет. Привлечем слишком много внимания. Пошли и вышли, все дела. Ха, смешно, прям как я с твоей мамкой. Тихо, пацан. Чё-то громко. Если бы я вовремя не вынул, стал бы твоим папкой. Ладно, хватит уже, Мёрвин. Сэр, ваше слово. Э-э-э.
Це капець. Давайте. Обойдемся малыми, без них. Малыми силами. Станет жарко, я тут же сверну операцию. При всем уважении, сэр, это ошибка. При всем уважении, лейтенант Колчик, это не вам решать. Опа! Думаешь, ты прав? Доброго ранку. Мёрвин прав. Слишком много вертушек выдадут наше расположение. Все вопросы можем обсудить после. Будем искать оружие без связи. Через 24 часа радиомолчания ЦКВС пошлет спасателей. Сколько раз за это время нас успеют грохнуть? Ой, да не ссы ты. Да я так, просто. Ради этого мы воюем. Ради этого встаем каждое утро. Я обещаю вам, дамы и господа, мы помешаем Саддаму использовать это оружие. Вылет через час. Вольно. Я так разумею, это будет полный трэш. Лариса, помоги настроить. Сейчас. Не знаю, что-то не так. Да у меня, блин, мурашки по коже. О, пупсик, нет. Хочешь, плечики тебе помассирую, а? Серьезно? У меня плохое предчувствие. Это побочный эффект от общения с Эриком. Может, ты скажешь ему? Что? А? Разумею. Я загружу последние данные со спутника. Оставлю вас с ним наедине. Спасибо, Клариса. Эрик, послушай меня. Есть один разговор. Рэйчел, я не собирался перехватывать твою команду. Мне тебя не хватало. Это прорыв. Бум. Давай так, ладно. Мы с тобой так давно не виделись. Ага. Эрик. Целый год. Прошу, дай сказать. Романтика. Каждый день я вспоминал о тебе. Хотел, чтобы ты была рядом. Я скучал по тебе. Ты хоть бы окуляры снял. Речь не о нас, Эрик. Цикапец. Я хочу, чтобы все стало как прежде. Под конец все было не слишком здорово. Бывало хуже. Угу. Намного. Все по-прежнему, Эрик. Точка. Я и ты? Между нами все кончено? Прошу тебя, Рэйчел, не говори так. Курсизм, да ёлки! Ты не носишь кольцо. Сколько можно. Эй, осторожнее! А, черт, виноват. И что в этой чудо-коробке? Гондоны. Они. Что за хрень? Гондоны. Ультрафиолет. Для поиска взрывчатки. Я гляну. Нет. А вымкнуть. Лариса, как там с данными? Они а нужны вымкнуть. Срочно. Еще 5 минут, быстрее. Сядут же аккумуляторы. Вымкни. Уже загружаются. Ладно, я взгляну на карты. Да, скорость не очень. Уж какая есть. Подпиши 1348. А? Ну, выдача снаряги. Ты. А, да. А, снаряги? Я почув снаряди. Все, проверьте. Выдача снарядов. Думаю, ничего себе. Да, понял. Ага, у него есть колечко. Кільце. Кільце, что тут так сместилось якось назад ось якось. Накося, выкося. И что тут у нас? Так. Давайте поглянем. Так, тут у нас вот кашня. Та чтоб тебе мишка чего-то. Оце хім, да? Чи ні? Чи це хім? Я тут нічого не розумію. Йдіть ви в дупу. Так, а де що? Що тут? Що тут? Де що є? Що ти є? Що ти є? Там нема нічого. Тут теж нічого. Ого-го. О, що ти? А можна я кину? Хоч разочок. Можна? Не можна? Ні? Это то, что я думаю? БФ, сэр. Белый фосфор? Для дымовой завесы. И все. Точно?
Неодобрены, не запрещены. Ладно. Использовать только для прикрытия. Ясно? Ясно. Помните, это Саддам нарушает конвенции по оружию, а не мы. А як взагалі вони цю штуку отримали? Якщо конвенція, а? А це що? На кой нам сдалось это все? Это нас засветит. Оно подстрахует. Объект под землей вполне вероятно недостроен. Так безопаснее. Я буду в безопасности. С парой лишних стволов. Провокация. Вот так, давай, ладно. Значит, вы мой техник? Наслышан о вас. Да уж, блин, надеюсь. Я прослежу за снарягой. А если кто из арабов высунет башку, я отстрелю ее к херам собачьим. Некий жесткий. А вы уверены в себе, капрал? Хлопчик. Вам знакомо это снаряжение? Могу помочь. Я справлюсь, сэр. Писюнами помирились. Знакомы. Штабной крысеныш. Хе. Скотина ты такая. Надо было ему попыть раз умазать. Так. Задача. О, тут что-то. Нема ничего. Ну ладно. Зрозуміло. Нічого цікавого. Як це ж ти? Що у нас тут? А, о! Я ж це. А, це я бачив, да? Да, це гуманітарка, туди-сюди, перевозили. Зрозуміло. А що ще, ще, що ще? Є що? Є що ще? Ну там щось. Цей типок. Думаете, возьмем там химического Али? Если он здесь, возьмем. Ха, это почти стоит риска. Почти? Ну, знаете, я бы и дальше тут легко штаны протирал. Сэр, я слышал на границе черт знает что. Может, возьмем поддержку? Хуже не будет. Пока что у нас есть фактор внезапности, и никто не убедит меня от него отказаться. Прошу, сэр. Вы можете хотя бы подумать об этом? Я принял решение. Вам часто везет, капрал? Ну, у отца был конь по кличке Везунчик. И он удрал. Ферму Накан. Уверен, мы сорвем банк. Так. Мне бы ваш оптимизм, сэр. Чувак, у него конь удрав. Який попу? Ферму Накан. А що ще все? Ага, залишилась тільки ця картина. Чи що це? А, карта. Карта сил, так? Вище, вище. Польща? Польща? Це щось, Великобританія. Ундер чого-то там. Не встиг. У мене готово. Идем к вертушке. Вы це все рассчитали, чи що? Не розумію. Что? 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 Дай угадаю. Ты хочешь меня о чем-то спросить? Что думаешь? Я так понял, ты про шкипера. Шкипер. Он ничего. Но тут этого мало. А тебе он как... Есть у него что-то на уме. Зараз буде не тільки на умі. Ти чо? Ти чо? А ну, відставить тормозить. Ах ти свистун. Салім Усман. Зрозуміло.
Бойлер. Бойлер стоял. Зейн, я дома. О, вітаю вас. Це ж бойлер. Так, це бойлер. Бойлер. Прикольно. Що тут? Все? Це записка о веселенні? Ага, університет. Комітет одобрив вашу заявку. Прийняття. Хати з університету. Опа, що тут? Тину назад. Ти добився того, чого ще нікому не вдалося. Цієї сім'ї. Я хочу. Я дуже горжусь тобою. Зайн. З любов'ю, тато. Так це було. Опана. А ось і перша картинка, так? Так. Засті. А вон ще є ход. Ну давай. Араф. Шайтан? Що шайтан? Не понял. Було два сина чи що? Щось я не зрозумів. Таке як було два сина. Це що, телевізор? Ох, телевізор. Що так нічого квартирка? Завжди тут у вас. Щось тут не те. Носочки валяються. А, це його спальня. Я зрозумів. Шкарпетки тут треба. Стирати. Тук-тук. Зейн? Втекла? Ну, да. Да, сука. Да, сука. Зібрала всі речі. Навіщо? Не розумію. Файно, дуже файно. Габель. Ідіот. Алло. Алло, ана Салім. Салім. Салім Гаркун. Абу Зейн. Табан. Ргат? Ай, ргат. Зейн هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاوتوبيس بقالهم ساعه بخير 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 شو بدارونك يا نطقت لا لا كله تمام اصله كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه هديه كويسه لما يرجع ابعتهولي حالا ما اقدرش اقول امتى هيجي انت عارف الولاد اي وقت ابعتهولي لو سمحتي طبعا يا كويس تاكوس لا 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 يا ديني مش دلوقتي وين ويجاي كابتن بصري اهلا يا عم لازم نتحرك على طول انت بتقول ايه سعادتك العدو جاي يا سليم العدو جاي علينا دلوقتي العدو يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا لا ده كلام فارغ محدش اتسلم العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتعرب ليها شايفينهم مطلوب تاكيد يلا شوف جايين علينا بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه شوف لحسن طيارتهم توصل عندنا شوف розуміло так дуже не ти сина ясно я дуже не ти сина ما اقدرش اعمل ده يا فندم ابني محتاجني ده امر يا جندي ده приказ солдат
О, починається. Вагіб алік. Це твій довг. Закривай, тікай. Закривай двері, тікай. Аргаль Бетораїб. Хлас. Ех. І ахр мухімна. Койот 2, це головний ястріб. Так, на цьому ми завершимо першу серію. Усім дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім чистого неба. І, мабуть, крепкого здоров'я. Всім до побачення. We'll be right back.